Всем привет! Вы на канале Акварелька. Сегодня мы в гипермаркете Лента. Давайте посмотрим, что для сада завезли здесь новенького. Во-первых, можно купить лук. Так, это красный будет лук. Лук Сивок Red Baron. 189 рублей. Здесь 110-130 штучек. Нидерланды поставляют. Так, и вот этот лук Сивок Штутгартер Ризен. 169 рублей. Тоже поставляют Нидерланды. Тоже приблизительно такое же количество. Ну, вот этот я всегда беру каждый год. Огромный выбор грунта различного для кактусов, для различных цветов, для орхидеи. И плодородный грунт от 365 дней за 49 рублей можно купить 10 литров. Это пока самая дешевая цена из магазинов. Но, конечно, есть дешевый грунт в Светофоре. Я купила там от жадности аж 2 мешка по 60 литров. Я не в восторге от этого грунта. В общем, очень много там мусора. Поэтому лучше, наверное, брать в таких гипермаркетах. Луковица лилии по 139 рублей. Смотрите, какие красивые сорта. Корневище георгина. 169 рублей. Это вот белого цвета. Дальше 149, 149. И дальше пошли гладиолусы по 189 рублей. Так, вот такие вот цены. Гладиолусов много. Разные сорта. Так, есть горшочки. Вот на эти горшочки скидка. Я тоже как-то их брала. Очень нравится зелененький, красивый. И еще не все. По 139 рублей вот такие прекрасные лилии. Так, сколько там штучек. Это одна штучка всего лишь. Но красивая лилия. Вот эти тоже красивые. По 139. Тоже одна штучка. Так, и здесь тоже вот по одной штучке все это. Ну и гладиолусы, конечно. Огромный выбор гладиолусов. По 89 рублей вот. Три штучки. По 149. Зависит от сорта. Так, и дальше продвигаемся. Завезли саженцы. Вот, это крыжовник. 249 рублей крыжовник. Так, поиск. Крыжовник. Второй сорт России. Так, как он там выглядит? Вот так вот. А, вот, смотрите, есть зелененькие уже эти листочки. Вот. Груша. 399 рублей. Кафедральная, груша Никита. Тут их несколько сортов. Яблоня Папировка, 349 рублей. Есть черешня, 479 рублей. Так, ну и малина, 249. Вот такой же цене смородина. Саженцы жимолость. Едобная, 369 рублей. И саженец. Так, ну да, жимолость. Еще я видела голубику. Так, вот саженцы голубики. Так, и вот это тоже голубика. Наверное, с другой стороны цена. Да, вот. Голубика 449. Ежевика 429. Красная смородина 249. А есть еще желтая малина. 299 и алая. В такой же цене. Пионы. Пионы по 499. Смотрите, какие красивые. Вот это вот уже роза дальше. Европеец 429 рублей. Да, но пионы такие красивые. Они уже все с почками. Ну какая красота. Роза. 429. Вот такой сорт. Флорибунда Боника. Алая. Написано. А, нет, не алая, розовая. Но на картинке, если посмотреть, то розовая. Я как-то здесь взяла розовую. Но она почему-то была очень ярко-розовая. Хотя я выбирала бледную по картинке.
В общем, и, конечно же, семена. Семена, между прочим, подвозят новые сорта. Если вот я покупала лобелию, не было вот такой синенькой, сейчас вот подвезли. Смотрите, какая красивая мисс Клебра. Она с таким беленьким, красивым цветочком. Внутри сама лавандового цвета и вот беленькие серединочки. Очень красиво смотрится. Вот это тоже взяла. Я уж тут незабудки разноцветные. И вот этот лук хочу посадить. Exhibition. Однолетнее выращивание. В общем, однолетнее выращивание. Попробую. Так, еще вот годецию взяла. Так. Пореп. Лук пореп сажу. Так, ну вот. Опять без семян уйти не могу. В общем. Давайте посмотрим, какие цветы завезли. Ленту. Антуриум 739. Микс. Вот две цены. Не знаю, какой отнести. Но есть вот такие, смотрите. Красивые цветочки. Это уже вот отцветает. Наверное, ко дню влюбленных привозили. Так, 209. Я так подозреваю, вот эти 209 стоят. С пацифилом 349 рублей. Вот он цветет. У меня большие лопухи стоят, но пока не цветут. Хотя я их поливала специальным таким удобрением, правда, с фикс прайса. Но некоторые у меня цветы зацвели от этого удобрения, которые никогда в жизни у меня не цвели, они зацвели. А вот с пацифилом еще нет. Так, ну вот это 850 уже, посмотрите, большие растения. Вот на эту орхидею скидка 714, а так вообще-то по 1600 вот эти большие. Так, и 629 маленькие. Ну, я в прошлый раз в светофоре купила дешевые, спасла их по 100 рублей. Нормально, они у меня цветут. 455, вот такой вот сорт орхидеи, миниатюрный. Так, по 269 хризантема. Вот это ничегошная такая, красивая. Так, ну вот эти семена я уже показывала на своем канале, какие здесь цены. Смотрю, это уже есть подешевле. То есть акция, обращайте внимание, то есть то, что я брала, вот подороже были, можно купить со скидкой. Вот мы торопимся, а потом вот появляются скидки. 17 рублей можно купить томат. Краса Сибири. Я ее брала дороже, но вот на это еще нет скидки. Вот это вот тоже со скидкой можно взять. Волгоградский скороспелый. Так, вот такой перец можно за 59 взять. F1. Кокоду. Так, вот огурчики. Кураж. 49 на него стало. Зятек 59. Мой облюбовавшийся мне сорт, полюбившийся, вернее, мне сорт. Так, теща тоже 59. А я брала за 69. Вот, в общем, поторопишься и потеряешь в деньгах. Бычье сердце 12 рублей можно взять. Да, появились новые сорта. В общем, я вот смотрю. Еще подвозят, и здесь обновление периодически происходит в семенах. А еще вот на Викинг тоже скидка. Смотрите, 17,99 теперь. Он у меня уже взошел, я посадила. Вот этот Викинг. Так, Герман тоже подешевел. Смотрите, 49, в общем, 50 рублей можно огурчики Герман взять. Тоже хвалили вы мне этот сорт. В общем, такие семена. И тут, смотрите, вот к масленице уже готовятся прилавки. Поставляется новая продукция. Будет вот эта коллекция с пчелками. Не жужжи. Такая большая. Есть вот в таком зеленом варианте с салатом, а есть вот в таком светлом. Цен пока тут еще нету. Вот устанавливают. Так, вот такие скатерти тоже с пчелками. Лен от Василисы. Коллекция. Вот. Бисвит. Не знаю, в общем, вот прочитайте мне коллекцию, как это называется. Будут полотенчики вот такие льняные, красивые. Фартук из этой коллекции, скатерть, полотенце и прихватка.
А также смотрите формы для выточки оладушек и блиницы. Много-много блиниц. Так, вот 100 рублей, смотрите, написано. Полотенце-прихватка. Фартук 300 рублей, прихватка 149. Скатерть 500 рублей. И полотенце 120 рублей. Ну вот здесь вот какая-то акция, наверное, все это равно будет. 99, это, скорее всего, что текстиль от 100 рублей. Наверное, еще прихватки должны быть. Их нет, почему-то еще не прислали. Просто вот прихватки такие. А, то есть самое маленькое что-то будет из этой серии? 99, все, понятно. Спасибо. Пожалуйста. Так, мою телегу отогнали. В общем, у меня в этот раз будет короткое такое видео, потому что я приехала за продуктами, но без семян я никак не могу идти. Огородная пора у нас начинается. Поэтому пока-пока на этом, друзья. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал «Акварелька». Всех мужчин поздравляю с наступающим праздником 23 февраля. Здоровья вам крепкого. Счастья и мира на всем земном шарике нашем. Мы живем на одной планете, Земля. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока, друзья. Вот, смотрите, 799. Вот эта вещь. Поднос на ножках. Еще и ножки там. Они складные, смотрите. Я видела в интернет-магазинах гораздо дороже вот эти складные подносы. Это еще и дерево, бамбук. Вот, какая красота. Но разберут, потому что 798, 799 – это недорого для такой вещи.